Ружанский район, озеро Красное. Здесь терпит бедствие экипаж воздушного судна. Авиаторам не позавидуешь. С неба в воду. Всего в критической ситуации 4 человека. Таковы исходные данные тренировки системы авиационного спасения. На Брещине собрались представители всех частей ВВС. Тема занятий – эвакуация летчиков с водной поверхности – имеет самый высокий уровень сложности. Поэтому в роли пострадавших тоже военные. Вот о каком случае уместно сказать. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Белоруссии у нас нету морей и океанов, но водоемов очень много. Вот, поэтому мы должны быть к этому готовым, чтобы не явилось неожиданностью. То есть хуже, когда будет какая-то ситуация и не будет никого готового. Одна из самых ответственных задач при эвакуационных работах у вертолетчиков. Зависшую машину необходимо удержать над одной точкой. Для экипажа это очень сложно. Держать вертолет на таких высотах нужно всегда строго против ветра, учитывать особенности. Потому что если вертолет подставить хотя бы левым или правым бортом, у него начинается сразу тряска, вибрация, вертолет начинает смещаться по месту. Поэтому летчик пилотирует всегда четко. Слаженные действия должны быть экипажа, выпускающего, который стоит на вертолете, и руководитель полетами, который находится на земле.